В центре Брюсселя небольшой фургон на высокой скорости врезался в террасу уличного кафе, совершив наезд на сидящих за столиками людей. 6 человек получили различные ранения. Водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия. По сообщениям силовиков, несколько часов спустя его задержали в соседнем Антверпене. Полицейские оцепили район ЧП. По информации столичной прокуратуры, пока неизвестно, был ли наезд намеренным или водитель фургона потерял управление. Следствие рассматривает все возможные версии, включая также теракт. Ведется расследование.